20 ноября в областном молодежном центре «Химик» стартовал фестиваль творчества «Артлига студенчества-2012». Полтора месяца эксперты искали молодых, ярких и талантливых в 13 вузах и 12 учебных заведениях среднего профессионального образования. Самые интересные, активные, одаренные и стали участниками фестиваля, учрежденного Министерством по делам молодежи Омской области. Стили молодежного танца, цирковое искусство, эстрадная миниатюра, чирлидинг, художественное слово – все эти направления объединил успех. Финал конкурса в оригинальном жанре и альтернативных видах творчества. В таком формате, да, мы впервые, это у нас экспериментальный конкурс, мы его называем экспериментальным. То есть мы на самом деле раздвинули границы обычных стандартов. Да, и вот решили выйти, именно такой студенческий молодежный конкурс решили устроить, чтобы всем было интересно, и участникам, и зрителям. В фойе областного молодежного центра разместился настоящий танцевальный ринг. До конца ноября в рамках фестиваля пройдет также финал конкурса в жанре вокально-хоровое и музыкальное творчество. А 13 и 18 декабря здесь же, в «Химике», состоятся гала-концерты, где участники будут отмечены в номинациях, а лауреаты фестиваля получат свои заслуженные награды.